Повелитель баскетбольного кольца, лучший игрок мира Стефан Карри посетил Магадан. Разыгрывающий защитник клуба НБА Golden State оказался в дальневосточном городе случайно. Он возвращался из турне по Китаю. Но когда самолет Карри потребовалась дозаправка, он вместе с супругой вышел на улицу и сделал несколько фотографий. Напомню, Стефан дважды признавался самым полезным игроком НБА. Год назад клуб Карри завоевал чемпионский титул, а этим летом уступил в финальном противостоянии Кливленду. Однако именно Карри сейчас считается лучшим баскетболистом мира. Он едва ли не идеально исполняет трехочковые броски. В минувшем чемпионате защитник поразил кольцо из дуги 402 раза, побив свой же рекорд в 286 попаданий.